Брак, пожалуй, один из самых сложных социальных институтов, но при этом единственный, кто делает людей по-настоящему счастливыми. В самом начале брак – это фундамент, предоставленный молодым для постройки своего совместного и правильного будущего. К сожалению, не каждый справляется с такой ответственностью. Но это точно не про наших героев. 10 июня в Каспийске свою бриллиантовую свадьбу отметили Шагит и Зайдух Гасановы, которые душа в душу живут уже 60 лет. А все началось в далеком 1960 году, когда Шагит, окончив детский дом в Хунзакском районе, приехал работать в Каспийск. У нас тогда детского дома, кто пришли, очень хорошие были привилегии были. Они говорят, ну, у нас прописка бывает в общежитии, можно на квартиру частную где-нибудь найти. Вот я нашел их, мать, отец, родители. На этой улице. К ним на квартиру я туда приехал. И они меня, честно говоря, заменили отца и мать. На момент знакомства Жагиду было 20 лет, а Зайдух 17. По словам семейной пары, это была любовь с первого взгляда. Встретив друг друга во дворе родительского дома, они поняли, что хотят связать свою жизнь. Я с ней познакомился уже у них на квартире жил, и там же мы к ней прилипились, мы любили друг друга. Я на ней женился 17,5 лет было, когда мы поженились. В те время не разрешали до 18 лет выйти замуж, жениться. Я через горосполком с разрешением, с всеми позаконно, короче говоря, женился на этой девушке. А вам сколько? В 1965 году у них родилась первая дочь, в 1968 – сын, а в 1973 – второй сын. Сейчас их дом полон внуками, которые помогают бабушке и дедушке с бытом и учатся у них многому. Внуков у нас, сейчас скажем. Я скажу тихо. Говори. 6 внучек вон там. 3 внука и 3 правнука. И одна правнучка. Трудностей у нас не было. Вот сам дедушка, он сам построил этот дом своими руками. Мы построили, сюда перешли. И вот это вот тоже он своими руками построил. У него руки золотые. В большой семье Зайдух Шагида приняли как родного брата, а ее родители как сына. Со дня переезда в дом Шагид обрел настоящую семью, где любят, ценят и заботятся. Смотря на нее, он построил свою прекрасную и счастливую семейную жизнь. Самое главное в жизни – друг другу понять, друг другу уступать. Если в семье будет скандал, долго не поживут. А мы дружно жили. Мы уступали. Я ему уступала, он мне уступал. Вот за 60 лет мы так вот и жили, друг другу уступали. Если друг другу не уступать, сейчас молодежь такая. Так что мы друг другу всегда уступали. Иногда нас не даже удивлялись. И слушай, вы когда-нибудь хоть ругаетесь, вы когда-нибудь хоть ссоритесь? Никогда не было такого у нас. Главный секрет их семейной жизни – это взаимопонимание во всех вопросах. Зайдух Гасанова поделилась советами настоящего женского счастья. Девушки, не смотрите на богатство, не смотрите, чтобы не завидовать. Самое главное, чтобы муж с женой, молодые, чтобы вы друг друга понимали, друг друга слушали. Друг другу уступали. В этот знаменательный день для семьи Гасановых их близкие и родные организовали замечательный и теплый праздник, где собралась вся семья. Они подготовили различные угощения, подарки, танцы и самые теплые слова поздравления. Дай Аллах им еще столько лет прожить. Мирно, дружно вырастить детей и дождаться самых лучших дней своей жизни. Чтобы они прожили так же, как до этого, сладко и гладко. Я желаю, конечно, здоровья побольше, чтобы еще прожили столько же, если Всевышний даст. Очень хороший пример для новых будущих семей, как правильно строить семью. Мы часто обращаемся за советами. В этом доме мы выросли, наше детство все прошло здесь. Поэтому любим сюда приезжать. И теплые воспоминания с детством. Кроме того, 10 июня семья также праздновала 80-летие Шагида Гасанова. В этот день он загадал одно желание – это снова встретить своих друзей и близких из детского дома Хунзавского района, с которыми потерял связь много лет назад. Если кто-нибудь из ваших близких или знакомых узнает Шагида, обратитесь по номеру, указанному на экране.